сорт острого перца халапеньо кончус. Этот перчик относится к виду капсикум анум. Это высокоурожайный сорт с очень крупными плодами. Они бывают очень и очень крупные. Смотри, какой размер плодов у них. Даже в зеленом виде они очень-очень крупные. Посмотрите, сколько здесь плодов созревает этот перчик. От зеленого цвета вот такого до красного. С таким постепенным переходом. И уже полностью зрелые плоды становятся темно-темно-красного цвета. Очень высокоурожайный сорт. Острота такого перчика от 2 до 3000 скобелей. Это слабый острый перец халапеньо. Срок созревания у такого сорта от 110 до 120 дней. Высота куста может колебаться от 40 до 50 сантиметров. Этот сорт имеет такой вкус, как у халапеньо, только более насыщенный, с фруктовой ноткой. Эти перчики можно употреблять в пищу как в зеленом виде, вот таком вот, так и полностью зрелом красном. Полностью созревший. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Созревший. Вот кустики у меня тут есть, пыли вызрели уже. Вот такие вот, в красном цвете. О, вот такой перчик. Ой. Спелые стручки халапеньо. Имеют более насыщенный вкус. Они сладковатые. И имеют уже максимальную остроту. Они имеют небольшую сладость. И небольшой фруктовый аромат. Очень хороший. Очень плодовитый сорт. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. В теплицах кусты будут гораздо выше, и, соответственно, плоды будут намного крупнее. Вот такие вот плоды можно консервировать, когда они еще не полностью созрели, до половины зеленый, до половины красный. Очень красиво смотрится в банке. Очень вкусный сорт. Его также можно выращивать у себя на подоконнике в горшках. Этот сорт многолетник, его можно выращивать до 5 лет. Ну, желательно, конечно, каждый год обновлять кустик, либо подрезать его, либо полностью по новой высывать семена, и будете получать шикарный урожай. Вот такие, ребята, красавцы. Посмотрите, перец просто бесподобный. Просто. О, такая красота. Советую выращивать себя дома. И он обязательно вам будет давать большие урожаи.